Я сегодня для себя выбрала совершенно необычное платье. Это новинка. Это платье, которое, ну, знаете, покоряет с первого взгляда. Вообще, абсолютное ощущение – это костюма, правда же? Да. Такого очень элегантного, сдержанного жакета и нежной цветочной юбки. И сегодня я выбрала для себя мятный цвет, потому что, знаете, пройти мимо действительно невозможно. И это тот самый вариант, который подходит, кстати, любым цветотипам. Платье с баской – это тот вариант, который всегда нам делает и идеальную совершенно фигуру. Ой, Лер, ну не знаю, как вы платье сделали, как, но выглядишь ты просто потрясающе. Вот действительно та женщина, красоту которых воспевал великий поэт в своих произведениях. Посмотрите, какая красота. А все еще платье от бренда Благо, платье Кариса подчеркивает твою красоту, прилечат просто идеально. Давайте посмотрим на все расцветы. Давайте, у нас для вас есть необычные предложения. Посмотрите, я выбрала мятный цвет с цветочной юбкой, а у нас есть для вас, например, темно-синий с горошком, классика, для тех, кто действительно ценит классику, для тех, кто предпочитает, например, жемчуг, да, это, конечно же, ваш вариант. Кстати, это платье может быть одновременно вот в таком стиле и сдержанным для работы, да, и более таким нарядным, более элегантным. Но цветочная у нас тема не заканчивается, это пудровый розовый оттенок. Ой, боже мой, какой же он нежный. Ты знаешь, когда утром я примеряла это платье, Кариса называется в заказе. Вот знаете, что я почувствовала? Действительно, как будто, когда мы облачаемся в эти легкие ткани, мы как будто бы окунаемся вот в эту эпоху классицизма. Сразу вспоминаем вот эти строки, все в ней. Гармония, все диво, все в высшей мере и страстей. Вот так вот звучат вот эти строки красиво. Слушайте, а здесь еще посмотрите, какая прелесть. У нас с вами платье идет в комплекте с шарфиком, с легким элегантным, выполненным из той же ткани, что и юбка. То есть вы получаете сегодня готовый образ. Жакет, юбку и аксессуар. Даже ничего не нужно придумывать больше. Уже все готово, уже весь образ полностью для вас подобран. Готовый образ, да еще и великолепный вот такой роскошный шарф в подарок. Между прочим, вот именно такой шарф можно использовать в любом другом предмете гардероба, правда ведь? Да, совершенно верно, вы можете легко дополнять вот такими комплектами, абсолютно легко. Это может быть шарфик, это может быть, кстати, головной убор, да, если вы носите, если вы можете делать вот такие украшения. Шарфик, кстати, очень хорошо украсить брошью, например, да, и получить какой-то новый для себя образ. Конечно, невероятно хороша здесь баска, потому что баска – это тонкая талия, это плоский животик. Ой, здорово, посмотрели на тебя, конечно, ты прекрасна, спору нет, но как выглядят и другие фигуры в таком платье, тоже хочется это узнать. Ой. Давайте посмотрим сейчас на наших девочек. Они выбрали для себя эти же платья. И обратите внимание, наша Лаля выбрала для себя вариант шарфик использовать в качестве пояса. Пожалуйста, вы можете сделать точно так же, подчеркнуть таким образом свою талию. Вот он, пудровый розовый оттенок. И, кстати, вот почему-то, ты знаешь, очень часто считается, что пудра идет блондинкам. Вовсе нет. Смотрите, как роскошно смотрится лалик. Но еще многие женщины боятся вот таких светлых оттенков. Они считают, что именно вот светлый оттенок сделает еще больше размер визуально. Мы сегодня, ты знаешь, все-таки выбираем для себя, я бы сказала, правильные варианты платья. Что значит правильный? Бренды, платья, которые продуманы бренда Благо. Конечно же, здесь играет роль и фактура, и крой, и длина. Все должно сойтись в этой модели. Так и случилось. Смотрите, что мы с вами получаем. Даже в светлом оттенке матовые цвета у нас с вами. Матовый цвет – это всегда стройность. Плюс идеальный силуэт. Мы здесь с вами видим и рельефы, и подчеркнутую талию, и закрытую ручку. Все нюансы мы с вами спрятали. Баска – наш любимый аксессуар, который прячет животик, совершенно легко прячет бока. Мы получаем с вами здесь стройность. Ну а уж пышная, легкая шифоновая юбка, конечно же, скрывает и какие-то лишние сантиметры в области бедер. Это тот самый вариант платья, который сам сформирует вам идеальный силуэт. Так хочется вам прочитать такой вот отрывок из Пушкина. Вы сегодня всех милее, всех прекраснее, белее. Действительно, какая красота. И сегодня мы можем облачаться вот в такие классические, да, варианты и при
этом еще и подчеркивает свою красоту. Посмотрите, баска есть, животика нет. Идеальная точенная фигура. Шарфик в подарок. Это подарочная цена от нашего бренда Благов. Лера, у меня к тебе вопрос. Вот идеально в точно, прямо как будто по фигуре платья, а как в него облачаться вообще? Ты знаешь, вот здесь все настолько продумано, все детали, даже это. Бренд Благов предусмотрел нам с вами скрытую потайную молнию сзади по спинке, которая позволяет нам абсолютно легко, видите, вот она, неглубокая, четко в талии. Мы с вами легко совершенно ее застегиваем и расстегиваем, даже без посторонней помощи. И здесь у нас с вами получается идеальная посадка. Платье комфортно надевать. Будьте элегантны и будьте неподражаемы. Я вот уверена, элегантная, неподражаемая, воздушная. Вообще, вот мне кажется, когда женщину видят в таком платье, не просто говорят ей комплименты, а посвящают стихи даже. Да, наверняка и стихи, и песни захочется посвящать. Ну, а вам, вы знаете, я вам должна сказать, я должна поделиться своим впечатлением. Так. Вы будете выглядеть абсолютно элегантно, при этом чувствовать себя совершенно свободно. Вот это, ты знаешь, Лен, вот это, я считаю, настоящая роскошь, когда в таком платье мы можем себе позволить расслабиться, представляете? А ведь сейчас, летом, вот согласись, такое платье как никогда актуально. На свадьбы, конечно, на выпускные, на юбилеи. Здорово, ну знаешь, действительно, Лера, вот ты права, сколько раз я выбирала для себя красивое платье, но в нем не вдохнуть, не выдохнуть, да, не повернуться, не развернуться. А здесь не просто красота, но еще ваша свобода, легкость, дыхание, и все это собрано в одном. А ведь, между прочим, окружающие могут подумать, что это костюм, да, сверху вот такой жакет, а снизу расклешенная юбка. Но юбка-то у нас, Лер, из шифона, правильно, да, я заметила? Да, совершенно верно. Отдельно подбираем мы подклад, или нужно, или он там готовый уже есть? Давай посмотрим. Все есть, так. Все предусмотрено, конечно же. Мы ведь с вами говорим о брендовом платье, о платье от бренда Благов. Вот он подклад, пожалуйста, есть. Красивый, приятный, посмотрите, какой он нежнейший. И, кстати, вот этот атласный блеск здесь, да, но это вискозный трикотаж, то есть это дышащий материал, натуральный, вам совершенно в нем будет легко и действительно комфортно. Ничего больше придумывать не нужно.